Закончилась гонка на Лимансе, 57 команд, из них 8 заводские. Я поехал за команду Jérémy Monzon-Lefèvre-Chélé-Plaque-Chélé-Jean, французская команда, которая мне предоставила заряженный байк. Вот, на прямиках я разгонялся до скорости 47 км в час, и в перекладках уже там 17-18 км сбивал, лидировал долгое время. Вот, как мне казалось, спасибо спонсорам Маслу Матюль Лини. Вот, спасибо огромное, конечно же, за то, что были спонсоры, которые мне предоставили экипировку, название которой я не знаю. Вот. И все это закончилось в итоге тем, что я, конечно, с мировыми пилотами проехал сутки. И сейчас меня прокапали. Я нахожусь в диагностическом центре французского предместья Терремозолево. Вот. И потом я проснулся, и вот такой вот сон я вам рассказал. А болеем мы на самом деле за Илю Михальчика, который очень достойно приехал на этой гонке. Илюх, ты красавчик. Мы с папой тобой гордимся, мамой и всеми друзьями, которые прекрасно знают и понимают. Ну, не понимают одного, что такое 400 метров тащить 200-килограммовый байк. Михальчик, ты красавчик. Мотоакадемия Михальчик. Если вы хотите чего-то достичь, друзья, надо очень много трудиться. Но этот весь прикол вовсе не прикол. Мы на самом деле во Франции. Оставайтесь с нами.